Всем привет, дорогие друзья мои подруги, с вами, как всегда, Алекс и Джокер Твердодубович. Это Хогвартс Наследие. Мы продолжаем. Так, а подожди, а что это тут стоишь ты? Следуйте за Себастьяном в три метлы. Понял. А чё мы так медленно идем? Очень медленно идем. А, три метлы здесь рядом. Я думал, мать божья, так по всей карте ходить, что ли? Опа. Опа, стрёмный тип, да, стрёмный. Шляпа у него интересная. Смотри, страничка здесь летает еще. О, я его знаю! Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут. Что тебе нужно? Что-то, что отвлекает, и я тебе это устрою. Тем, что ты устроил, справится ученик. Что это за ребенок? Что ты от меня хочешь? Учти, что если ты не можешь справиться с ребенком, то ты мне не нужен. Нифига себе. Идем, Джокер Твердодуб. Подожди, там страничка летала. Они сейчас уйдут, мы можем страничку. Ranrock is working with Rookwood. Они все заодно. Они все заодно. Это я уже понял. Не надо размышлять здесь. Рада была тебя повидать, Лакдок. Я непременно сообщу тебе. Спасибо, Сирона. Береги себя. Нифига себе, Лакдок. Приветик. А вот и мы. Зашли в барчик. Чё ты смотришь на меня? Я Джокер. Твердодубович, просто прическа такая. Так что вам? О, надо же, новое лицо. Да, я тут впервые. Сливочная, мне чего-нибудь... Я слыхал о нападении, так. Хорошо, я думаю, ты нас угостишь, потому что мы отразили нападение. Так, так только поговорите с Себастьяном. У трех метел. Блин, да чё ж такое? Да мы же уже сюда зашли. Ну зачем мне отсюда выходить сюда, говорить? Уже вечер, то ёлки-палки. Все. Говорим. Себастьян, с тобой все нормально? Себастьян. Так, ладно, давай, я понял. Я с тобой поговорил, Себастьян. Чё дальше? На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Я понял. Где моя гостиная? Нажмите кнопку к Хогвартсу. Хогвартс. Так, хорошо. Где моя гостиная? Это выход. Большой зал. Лестница. Южное крыло. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Крыло локальной башни. А где моя гостиная? Южное крыло. Что-то я выбираю, ничего не понимаю. Так, ладно. Астрономическое. Я в каком крыле остановился? Я здесь ничего нажать не могу. Какое мое крыло? Вот в этот домик я хочу. А, вот. Гостиная. Наконец-то я нашел, в каком я крыле. Могли бы сразу показать гостиную, я бы туда раз и метнулся бы. Так, я счастлив. Так, я поспал. Испытание, задание. Давай посмотрим сразу задание. Так, нет, основные. Побочные. Выполнено. Мне только основные интересуют. Так, ну ладно, я думаю, надо
Вы получили чего? Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил на медальоне. Хорошо. Сову получили, нифига себе, это почта такая. Ты понял, это имейл, вон она, сова. Да зачем мне читать почту, я же уже прочитал. Так, хорошо, хорошо. Задание, я так понял, это основные. Так, секреты. Так, все, отслеживаю. Теперь мне нужна карта. Не выходи, мне нужна карта. Посмотреть, куда я идти должен. Вот. Здесь, возможно, есть огонек. Вот такой вот, чтобы я не бегал долго. Мельница классная, да? Я надеюсь, здесь карта огромная. И вот этот вот рядом городочек, это не все. Так, где ты? Кот. Внизу он, внизу, 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 внизу. Не знаю только, насколько внизу. Ой, давай поднажми, пожалуйста. Я надеюсь, здесь где-то. Слушай, ждать. Давай подождем, еще и ждать надо, ну. О, профессор Фиг. Фиг вам поговорить. Здорово! Профессор, как же словно видеть вас, сэр, в доспехах с тяжелыми. Так, это гоблинское серебро, с его помощью управлял драконом, но как и зачем? Зачем? Это из-за меня, мне удалось нечаянно послушать разговор. Так, 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 мы слышали разговор уже. Охотятся за медальоном. Да, что ты обнаружил? Что ты обнаружил в медальоне? Это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В запретную секцию. Немного дальше. О, запретная библиотека — это для меня. Идем. И мне тоже не терпится узнать, что же там может быть. Но после тех событий, не говоря уже о том, что случилось, так, однако, я знаю точно, так этот будет опасен. Пошли, не ссы, короче. Идем, профессор, я же Джокер. Так, задание «Секрет медальона». Блин, теперь мне надо отсчитаться перед профессором Гектак. Короче, пойти, постучать. Основные нет. У меня нет никаких заданий. Да ёлки-палки-то, а. Так, давай карту откроем. Так, давай вот сюда вот, а профессор Гектак. Непонятно, на каком этаже эти метки все-таки. Но я думаю, я поближе буду к профессору Гектак. Давайте отчитаемся, так и быть. Подожди, доступно новое задание. О, все, вот это мое задание, так. Так, чтобы продолжить, вы должны научиться использовать чары воспламенения. Инсидиона какое-то, так. Так, хорошо. Давай посмотрим, где у нас чары воспламенения. А, закрыто. Подожди, а какие чары воспламенения мне надо? Ой, can you help me? Ты мне? Hello, will you... Following... Короче. Может, взгляну. Карта какая-то, да нахер мне надо? Опа, у меня здесь, подожди, еще какое-то задание, походу, есть, да?
3-0. Что это-то? Херня какая-то. Замок. Мне сюда или куда вообще? Куда мне идти? Что это? Непонятно вообще. Куда дальше, что двигаться, как где изучить чары воспламенения мне? А зачем мне первый ориентир на карте, блядь, Артур со своей картой? Так, задание. Так, вот. Секрет запретной секции. Требуемый уровень 3 инсендио. Вот где мне инсендио выучить? А, вот. Награды. Инсендио. Мне сюда надо. И карту я могу открыть сейчас? Карту. Карту. Куда мне надо? Инсендио. Я же здесь где-то был возле инсендио. Вот. Инсендио. Инсендио где-то здесь. Вот. Мне надо инсендио сначала, а потом по этому квесту пойти. Сначала инсендио выучить. Блин, а ну тут замок запутанный вообще, блин, в край просто. В край просто, в край. Отчитайтесь от задачек. Внизу он. Внизу, понимаешь? Еще внизу, твою мать. Я очень высоко. Еще внизу. Блин, я буду раньше смотреть. Так. Как мне туда попасть, на ту сторону? Блин, чего народу здесь столько, а? Вот этот огонек надо запомнить. Так. Инсендио мне надо выучить. Привет. Привет, привет, привет. Инсендио, дай мне инсендио, я пошел. You know where to find me once you've finished. Победите в двух раундах. Так, хорошо. Кого мне победить? Инсендио дашь мне? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Так, куда мне идти? Где победить? Так, вот, победите, и здесь у меня есть какая-то... Здесь огонька нету. Ни одного. Южный выход. Возможно, вот здесь, типа, отсюда зайдем. Мне надо огоньки там понаходить, эти зеленые, вонючие, сраные огоньки, чтобы я мог нормально перемещаться. Вот. И мне теперь сюда надо. Получается, это самый короткий путь, и здесь посмотреть, где огоньки есть. Равелио. Равелио сделаем, да. Слушай, блин, Твердодубович, можешь побыстрее бегать. Здесь есть где-то огоньки. Вот где-то прямо передо мной. Ну хотя бы вот этот вот, который передо мной, где-то здесь есть. Здесь сундучок есть. Здесь все заперто, ты представляешь? Непонятно, где огонек этот? Почему я найти его не могу? Внутренний двор часовой башни. Короче, непонятно. Мне куда надо? Где ты? Вот. Поговори, давай. Приятно слышать. Давай дуэль уже. А, мне надо этот. Я вступаю в твой клуб. Блин, это жесть, сколько здесь надо всего. Да, сейчас, да, веди меня. Полетят искры, давай. Вот этого я и жду, чтоб полетели искры. Начать раунд. Так, пробивайте желтые, используя контролирующие такие, как левитацию, чар или висио, продолжить. Так, подожди, я забываю постоянно. Где мое левисио?
Подожди. Вот этого надо победить, наверное, одного. Во. А теперь с этой разберемся. Так, понял, надо кинуть. Сейчас метнем. Победа. Сосункивы. Маленькие. Неплохо, Себастьян. Эй, я в тебе ошибался. Да, конечно. Знал бы ты, какого тролля мы. Так, задание «Скрещенные палочки». Победите в двух раундах «Скрещенных палочек». Еще победить надо. Так, давай, следующая дуэль. Вполне, давай сейчас. Мне надо две дуэли. Yes, Sebastian. Давай, Себастьян. Хотя вот можно было ту насрал анал, короче. Здесь тут девочки, нихера себе. Дуэли. Я просто клавиши путаю. Продолжить. Так, хорошо. Так, давай. Вот эту так сделаем. Д. Так, подожди. Подожди, да я Z возьму сразу. Шмальну по те. В. Блин, да я те. А. Так, минус одна. Так, этот все, да? Чё ты там выпендриваешься, а? Чё ты выпендриваешься? Чё ты выпендриваешься? Победа! Все, я две дуэли сделал. Дайте мне Инферно это ты. Инфернити. Браво! Это уж точно. То, все, да? Так, следующий раунд для самых рисковых. Так, завершите раунд тренировки комбинации. Так, хорошо. Где моя награда? Так, подожди, я не понял, меня что, кинули? Задание. Задача, так, награды. Завершите раунд тренировки комбинации заклинанием с Люканом Шумсби. Так, мне надо завершить, да? Давай, ты Люком Шумсби, да. Hello, Lucan. May I use the training? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Перечень комбинаций. Ну чё, попробуешь? Да, конечно, блядь. Куда мне деваться от ваших квестов конченых, а? Куда мне деваться? Чё мне надо? А, четвёрочка. Вот так сделать, что ли, надо было? Так. Теперь двоечку сделать. Понял. Понял, ну. Ай, чет, теперь понял. Понял.
Вот так получилось, да? Прекрасно. Блять, я надеюсь, это, думаю, хватит практически. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Локон. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Ты будешь грозным противником. Я вас и так раздел, как сыр в масле. Так, вот, все. Все задания выполнены. Так, задача профессора Гектат обновлено. Обновлено? Обновлено? Награды. А, вернитесь к профессору. Карта. Так, где ты, профессор? Где профессор Гектат? Подожди. Профессор Гектат. Здесь это, не здесь это. Видишь, я не могу увидеть, на каком этаже эта херня находится. Мне надо вернуться к профессору Гектат. Очень, да. Я бы пошел бы по таким заданиям. Да, где профессор Гектат? А получается, он внизу, сильно ниже, да? Да, получается, ниже. Получается, я сюда все равно переместился. И еще ниже. Не видно уровни мне. Можно было сделать... Да, я уже понял, я здесь был. Так, бегаем. Вот почему я на вот эту вот... Уйди отсюда нахер. Вот эту вот штучку не... Вот где это? Где ты? Где ты находишься? Покажи мне, чтобы я знал. А, то есть, вот профессор, соответственно, вот это ближе, а вот это вот здесь. Ну, по-дурному сделано. Профессор, дайте мне награду мою. Так, профессор. Начнем. Что начнем? А, учить начнем, понял. Так, steady, go! Я выучил. Я выучил Incendio. Inferno, Incendio. Новое заклинание. Ты в меню навыков. Так. Ой, где ты? Incendiona. Вот оно. Так, перетащи ты на ячейку. Как его перетащить? Вот, хорошо. Отличненько. Ну, смотри, сколько заклинаний. Вот это что такое? Абракадабра. Авада кедавра, блин. Непростительное заклятие. Недопустимо. Вот это я хочу абракадабру. Абракадабру хочу. Вот такие. Так. И доступны награды, которые вы еще и не забрали. Какие это награды доступны? Какие? Я уже 6 уровня. Что мне уровни дают? Я могу прокачиваться. Какие награды? Инвентарь, снаряжение. Снаряжение, так. Предметы для рук. Подожди, у меня что-то... Опа, очки. Точно, я ж перчатки стырил. Стырил. Аксессуары для лица, головные уборы и шляпу я стырил. Вот. Вот так. Офигеть, аксессуары для... Нахер надо, продадим потом. Так. Нифига нету у меня. Так, палочка. Так, хорошо. Инвентарь. Что здесь у нас? Карта Артура. Да пошел ты нахер, Артур. Со своей картой. Так, хорошо, пошли дальше. О, я теперь приоделся. Так. Троечка. Так, все, доступно новое задание. Пожалуйста, мне мое задание. Твою мать. Задание. Основное задание. Вот. Все. Я отправляюсь на основное задание. Теперь можно мне карту. Основное задание находится где-то... Не, ну высоко находится. Значит, сюда переместимся, чтобы я не бегал по этим лестницам. Вот, находится очень-очень высоко. Но почему задания все в этом Хогвартсе? Я хочу открытый мир, хочу чудовищ.
Ниже на 20 метров. Выше. Да вы издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь. Ниже. Офигеть. Блин, ну это просто жесть. Выше, ниже. Платформе фикса. Фигикса, вернитесь. Блять, да как я вернусь-то, а? What are you up to now? Это туалет, подожди, я здесь уже был. Вот сюда мне надо, наверное. Да, вот почему. Выше, ниже. Платформа фикса. Так, все, я вернулся. Поговорить. Давай быстрее, я инферно все выучил. Короче, пошли. Итак, продолжим. Пришел, не пришел, пошли. Так, секреты запретной секции. Поговорите с Себастьяном. Вы что, серьезно? Себастьян, ты где, блядь? Почему меня кидает туда-сюда? Я должен поговорить. С тем. Себастьян, где ты можешь быть? Блин, ну вот как мне, блядь, повернуть, чтобы было удобнее, а? Вот, Себастьян здесь. На какую мне телепортироваться, если я не вижу, на каком она конкретно этаже? Как я ни кручу, я не вижу, на каком этаже, где что. Это, конечно, очень сратая телепортация. То есть я телепортировался, посмотри. Опять в этот сральник, то есть. Угу. Опять в сральник телепортировался, блядь, потому что нихера не видно. Блядь, давай так сделаем. Чё, не? Я понял, так тоже не работает. Интересно, конечно. Так, вот он. Я должен постоянно говорить со всеми. Так, мы поговорили. Так, увидимся вечером. Это жесть. Разговоров просто ни о чем. Ни о чем. Я понимаю, хорошая история, там типа все дела, там книжка сверху летает. Вот эта дверь, понял. Короче, побегут они, настучат на нас, это понятное дело. Так, что у меня... заклинание. Да доедь ты туда, я мышкой не крутил даже. В конце, слышишь? Заклинание. Новое заклинание разблокировано. Что оно делает? Я невидимым становлюсь. Я предполагаю, хорошо. Где эта невидимость? На четверочку. Так, подожди, так мне спуститься сначала надо. А, это же не то заклинание уже, да? Летает страничка здесь, понимаешь? Блядь, а я заклинание поменял. А мне надо вот это теперь. Вот, вот так. Как мне спуститься-то, твою мать? Вот лестница, мне надо начать... Так... А здесь тоже, что ли, шухер? Охереть. Я их убрать, если что, могу. Еще одна страница летает. Ну, как назло, а? Она меня манит. Она жопы дает.
Не вышло. Тогда я тебя жахну сейчас, нет? Блин, ты Ой, бляха, муха-то. А чего да, здесь так много, то я хотел страничку поймать просто. И как она меня невидимого увидела? Что-то я не понял. У нее подозрение течет просто. Рекой. Ну. Чё? Сюда надо? Вот это и есть библиотека? Проклятие так! Ты же говорил, что библиотека так, я сказал, ее обычно нет в это время. Все равно, так, все в порядке. Так, да вон же библиотекарша, что-то она какая-то странная библиотека. Так, я придумаю, как ее выманить. Давай придумай, давай. Давай, я посмотрю на это. Или мне придумать надо? Искать. Так, войдите в запретную. Is someone there? Is that you, Reeves? Хириус там, да. Пошла нахер, старая корга. Я свое грязное дело сделал. И чё, найдите книгу. Так, находим. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Вон там сундучок есть, тут сундучок есть. Я нашел, что мне дальше делать? Вниз? Я не нашел книгу, нихера здесь, так, понял. Так, оставайтесь незамеченными, используя основное заклинание, чтобы... Заманить важных особ врагов в определенное место. Режим прицеливания повысит точность прицеливания. Так. Угу. Я могу прицеливаться. Я могу прицеливаться и отманивать их, так. Интересно, что я здесь? Опа, что ты здесь? Коза вонючая. Как это работает? Почему она здесь ходит? Я же ее отвлек. Ну, очень странно. Блять, какую область? Что мне сделать надо? А, сюда мне надо. Ёлки-палки, я испугался уже. Oh, я уже думал, мы внизу. Cover, так, понятно. По картинам стрелять. Но я не видел здесь картин. Я вижу вот это вот. Вот. Ну иди же, ёб твою, налево. Ёлки-палки-то, а. Так, а эту как я могу отвлечь?
Опачки. Быстрее не можешь? Так, мы здесь. So what is it you've been looking for? Так вот, что ты ищешь. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to Saint Mungo's. Так, здесь как-то перестань трындеть. Я все равно не читаю, я смотрю. Я смотрю сюда, в Гарри Поттер это. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. $500 нашел. Это того стоило. Нихера себе, рука какая-то. Так, заходим. Здесь есть эти, на надзиратели мои? Походу есть. Кто это тут у нас? Шастает где не положено. Дайте мне этого клоуна, давайте его замочим. Че он дебил, стукач какой-то. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. I like having friends. Так, хорошо, давай, ты останавливай, now, я пойду дальше. Where has that damned poltergeist got to? А, я подлутаюсь. Че здесь? Шахматная доска синяя. Так, это мне надо репейр сделать, да? Я так понял. Это не получится, да? Так, хорошо, давай репейр поставим. Вместо вот этой херни. А, но сверху, ну тогда понятно. Подлутаем. 61 монетка. На самом деле не так много. Опачки. Так, мне уже можно здесь не прятаться или что, я не знаю. Давай спрячем. На всякий случай, да? Ящики я не могу. Так, ну я на всякий случай невидимость. Следы древней магии. Исследовать. Так, сейчас начнется. А вот и портал наш. Сейчас начнется. Следы древней магии. Я так понял, здесь невидимость можно не этот. Здесь огнем надо будет что-то делать. Иначе нахера мне он нужен был? Для этой миссии. Ух ты, какой сундук! Я хочу тебя! Сломанная шляпа для защиты от солнца. Подожди. Таланты, инвентарь. Не, снаряжение. Чё за шляпа? Так. О, золотая сломанная шляпа для защиты от солнца на 10. Нифига себе. Нифига себе, вот это сундучара то, а! Вот такое мне нравится уже! Может, еще что-то есть? Может, вот здесь что-нибудь лежит? Нет. Нет, войти. А, надо читальня подержать еще. Вот эта шляпа, ты видел, да? Нормальная шляпа у Джокера. Так, я так полагаю, мне... не, репейру может здесь понадобиться еще. Что-то я туда попал, смотри. Нормально.
Я просто подумал, странная кнопочка какая-то. Я то в Elden Ring уже дедушка, значит. Инсендио нифига не делает. Блин, я же нажимал Q. Фига себе. Подожди. А что это на X у меня такое было? Фига себе, я разобрался. X, короче, это суперспособность моя. Так, подхилиться мне надо. А, не, хилиться. Хилиться он, да. Хилиться, так, хорошо. Фига себе, ух! А, мне это нравится. Это что светится? Подожди. А там что-то есть. Не знаю, что это, ладно. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Пол такой. О! Ничего себе, дурак что ли? Чё так быстро-то? Фига себе. Вот эти треугольники мне уже не нравятся. Ага, ну тут понятно. Опа, сундучок, 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 подлутаться. Классическая шапка колдуна. Ну ничего, ничего, мы им продадим. О, бордовая мантия, она лучше. Лучше, подожди, это не то. Не то, бля. Открой инвентарь. Инвентарь открой. Снаряжение, да, бордовая мантия. Вот чё. Плюс 5 всего, а это плюс 11 нападения. Нападение без обновлений, так, характеристик. Необычное. Давай, необычное. Мы теперь полностью с тобой уже стали необычными здесь. Хогвартс Лег... Ух ты, тут будет сейчас... Часовой омута памяти. Давай их всех замочим, а? Я увидел, да, что ты по мне хочешь. А не хорошо. А не хорошо так. Давай пособираем все это. Часовые, а? А что я это собрать не могу? Так, книжка. Книжка. Ну, я дошел туда, куда надо, до книжки. Я дошел до книжки. Что-то капнуло, да, там такое?
Это воспоминания, ты представляешь? Давайте посмотрим, послушаем. Сепия такая классная, цветокоррекция, конечно. А чё, не все молчат? Бах, короче. Дождя у них, воды не было. Они возле колодца стусовались, поэтому засуха была. И пришли добрые волшебники и удалили засуху и сделали наводнение. И сделали все серым, которое было серое, сделали зеленым. И небо синее, и сепия оранжевая пропала. Все выздоровели, короче. Вот, и все стало хорошо, птички запели, деревья позеленели, травка позеленела. Водичка появилась в колодце, цветочки тоже. Девочка была благодарна волшебнику. Но не все так просто, я так думаю. Ну а вот эта девочка подросла. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bacall. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. Сразу на пятый курс? I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic. Так, она узнала всех, и как не знает, как отблагодарить их. My imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Так, воображение тут ни при чем, это все было, короче, она не знает, как отблагодарить их. Так, а я нашел книгу. Да, в чем суть этой книги? Давайте дальше пойдем. Себастьян. Себастьян. Где ты, Себастьян? Sneaking in the restricted section again. Опять вы шныряете по зап... We were through with this mischief. Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said... Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Не один. Someone has coerced you. I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. О, видишь, не настучал на меня, нормально. Oh, со мной никого. What will your uncle Клоун стукач, это ты, блин, козел вонючий. Так, Себастьян меня не сдал, это хорошо, книжку я нашел. Задание завершено. Так, и что у нас дальше? Опыт дают. Я вообще уровень свой прокачивать здесь, в этой игре, как-то могу? Почта, настройки, испытания, таланты. Нифига, я даже нажать. Коллекции. А, ну это я собираю, да, коллекции, испытания. Инвентарь, задания. Давай задания. Так, что у нас тут? Нет доступных заданий. Мне так полагаю, выйти отсюда нахер надо, да? Вот, вернитесь в класс профессора Фига. Блин, 100 метров, типа. Вбросить кубик. Тут полно секретов. Ладно, пошли, вернемся. А, может, все-таки... Может, все-таки... Профессора...
Вот здесь, да, у нас это респауночка. Внизу, возле туалетчика. По-моему, тут туалет, и, по-моему, я уже не помню, где вверх, где низ, не видно. Ну, ага, вот у нас туалет, да. Вот у нас, смотри, как удобно. Я уже понял, что это ниже надо нажимать. Так, что здесь надо? Начать задание надо. Все просто, все хорошо. Одно выполнение. Книги и невзгоды. Задание началось. Как-то незаметно, что началось оно. Так, взять. Я что-то взял здесь. Подожди, здесь подлутать нечего, да? Подлутать здесь нечего. Ладно, пошли на задание. You can't be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Ладно, вы пока общайтесь, а я глобус покручу. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Да неужели? Да не, не я вам не мешаю, ребят. Я вам не мешаю, я здесь постою, козел ты вонючий. Пошел вон отсюда. Так, поговорить. Не знаю, куда мы шли. Что? Но, погодите-ка. Как скажете, между прочим, моя книга была под запретной секцией, как и указывала карта. Так, книгу я нашел. Дальше что? Так, сейчас он картинки посмотрит там интересные в книге. Так, и вспомнит. Надо же! Тут недостает нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. По-любому. Давай выясним, кто. И доставим страницы сюда. Почему под Хогвартсом? Кажется, я знаю, сэр. Я увидел еще два воспоминания там, где нашел книгу. Так, мы увидели воспоминания. Да, про зеленую травку и все остальное. И реки воды. Понятно. Я попробую что-нибудь сделать, хорошо? Значит, будет чем заняться. Будет чем заняться. Для друзей вы не представляете, сколько полезного. Друзья, вам задание завершено. Книги и невзгоды. Опа, и я седьмого уровня. Я седьмого уровня. Так, отлично. Так, и что у меня еще за задание есть? Доступны новые задания. И новые задания у нас по травологии. Требуемый уровень. Отправляйтесь на занятия по травологии. И у нас занятие по травологии находится... естественно, там, где нет у меня огонька даже. Вот, пойдем, ладно. Пойдем искать занятия по травологии. Книгу достали, мне надо это для сюжетного квеста. Мне надо позаниматься по травологии. Вот, мне подсказывает, в принципе, куда бежать навигатор мой. И я думаю, это сюда. И я почти в травологии. Почти здесь куча травок, я выбегаю. Я выбегаю, забегаю в травологию. Здесь очень красиво. Начать задание. Начнем задание травологии. Так, опа, здесь все такие, нифига себе, цветы. Ты представляешь, такие подарить, смотри, сожрет сразу. Доброе утро, профессор. Профессор Чеснок. От слова чеснок, либо честная сильно. По травологии. Я предполагаю и то, и другое. И чеснок, и чеснок. О, добрый день. Класс. Приветствую, так, приветствую, да. Приветствуйте, приветствуйте меня, Джокер Твердодубович. Так, да ладно, давай к занятиям переходить, профессор Чеснок. Вытяните мандрагору. Опа! Я вытянул мандрагору. Так. Нифига себе, интересные конкурсы. Давай посадим обратно. Эх, да. А, у меня наушники какие-то в ушах. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло. И мандрагора тут же успокоится.
Фига себе. А я бы с этой принцессой позажигал бы, да? Хороший учитель, так. И сразу все подчинила, и нормально. Почти взрослая мандрагора досталась. Да ты тоже почти взрослая, ты вообще хорошая. Так, ладно, с мандрагорами я понял. Дальше чё? Ты кто такая? Уйди отсюда. Я к профессору иду. Так, поговорить. Профессор? Мне понравилось. Мне отлично понравилось эти крики. Мандрагор, все это, херня, все это. Мне очень понравилось. Давай еще поговорим с тобой. Давай. Простите, профессор. Так, ваша роль в этой растительности очень, очень хорошая. Давай еще поговорим, подожди. Подожди, не уходи, профессор, еще поговорим. Поговорить, профессор. А, вот. Что у меня здесь есть? Взаимодействовать, так. Бадьян. Выбрать. Давай бадьян посадим. Освободить горшок назад. Так, я посадил бадьян, профессор. Отличная работа. Отлично, ты посадил бадьян. Так, хорошо, профессор. Что мне дальше надо делать? Так, вот с этим поговорить, да? Привет, недавно видел по пути, так, подожди, профессор. Короче, блядь. Отвали от меня нахер. Так, отвали. Мне вниз надо, подожди. Замок не открывается, мне сюда куда-то надо. А как я перемещусь здесь? А, здесь есть дверь. Но она на замке! Нифига себе, где моя принцесса? Короче, напротив мостика мне поможет. Ладно, я так понял, верхом только выходить надо. Так, так, выходим. И здесь... Мне, естественно, вниз надо. Here we are. Вот оно. Так, что мне надо сделать? Китайская жгучая капуста. Освободить. Очень просто как-то. Так. Что мне с этим сделать? Так, удерживайте и нажмите, чтобы открыть круговое меню. И нажмите китайскую жареную. Капуста, тап. А как мне ее бросать? На 8? А, нифига себе. Как бомбочка, понял? Офигеть. Меня не атакуют. Офигенно. Мелкие и опасные, правда? Да, неплохо. Наверное, иногда они полезны. Но это только иногда. Ты попробуй на гоблина такого. Не буду тебя торопить, увидимся на занятиях. Там мне как раз можно поторопиться так. Собрать. Подожди, я у тебя тут все пособираю. Может, оно денег стоит каких-то, я потом продам, правильно? Увидимся на занятиях. Мне куда-то сюда на занятия надо, да? Ага, вот мостик, подожди. Так, мне вниз снова надо. Опа! Не, так не пойдет. Опа, не пойдет. Я не могу спрыгнуть туда. Лестница здесь замаскирована. Так, где ты, моя принцесса капустная? Морковная, уйди отсюда. Привет! Привет, я все сделал. Я уже от растений много пользы получил. Вообще много. Очень много получил пользы от растений. Что мне дальше делать? Открыть карту. Найти только что прислала вам свою просьбу встретиться с ней в деревушке под названием Нижний ход свирка. Блять, короче. Где эта деревушка? Карта мира. Южный ход свирка. Так, вот он. Ничего не понял. Продолжить. Деревушки эти небольшие. Так, небольшие. Вот, небольшие. Небольшие, я понял. Господи, боже мой.
Руководство. Открыть журнал заданий. Твою мать, почему здесь так все... Так, деревушка. Посетите занятия по... Деревушка. Так, хорошо. Требуемый уровень. Давай карту сразу, подожди. Давай карту. Карта мира. Вот. Деревушка, куда мне надо? Продолжить, блю. А, понял. Запретный лес, подожди. Мне надо выйти отсюда, получается, да? Где здесь выход, твою мать? Здесь огоньков у меня нету. Вот есть огонек. Пойдет и этот. В деревушку переместиться я то не могу, потому что там у меня не активировано быстрое перемещение. На это значит, коня нету у меня. Не, нихера нету у меня. Это значит, что мне надо бежать через весь Хогвартс, короче. Козлы. Так, но зато посмотрим на окрестности, так сказать. Давай беги быстрее, блин, я не знаю, возможно у меня будет какая-то метла, типа я смогу летать. Во, огонек, я нашел тебя. Так, дальше, побежали. Пиликает кто-то тут, кукарекает. Мне сюда на мостик. Вверх, о боже, я бегу. Я собрал хоть что-то, лунный камень собрал. Возможно, потом можно будет продать это все барахло. Его... Кого я слышал? А, это грибочки так. Это грибочки так, нифига себе. Я вас тоже соберу. Грибочки очень важно собирать. Это самое главное в этой игре. Собрать и грибочков, потому что ты потом продашь и купишь какие-то, может, шмотки, может, какое-то заклинание. Так, боже мой, почему ты на все лезешь? Почему ты на все лезешь? Какие-то совы здесь непонятные. Там какой-то, смотри, воздушный шар. Вон. Вон, я точно не знаю, что это, но похоже... Похоже на воздушный шар. Я могу, допустим, даже не по дороге, да, это какие-то шарики очень странные. Не по дороге, просто напрямую побежать через лес прямо. Через лес. Меня же здесь серый волк не укусит, правильно? Никто ничего не сделает. Я бегу через серый лес. Себе напрямую. Ну, это интересная штука, конечно. Не знаю, что это. Прям вообще не знаю, не знаю. Если честно, знать даже не хочу. Я хочу прибежать. Так, у меня есть еще 6 капусты, да? На тап. Это интересная капуста. Можно бросить, и она сожрет врага. Курица! Я понял. А их нельзя есть, что ли? А я голодный. Блин, козочку хоть бы. Куда встала, блин? Нихера себе. О, искать. 12 монеток. Я нашел. Так. Так, подожди, можно здесь что-то подлутать быстро можно. Есть контакт. Шарф, 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 шарф. Подожди, шарф, шарф, шарф. Инвентарь. И... Ай-яй-яй-яй, черт, я таб жму. Это не инвентарь. Снаряжение, снаряжение. Подожди, шарф. У меня есть шарф, во. У меня такой офигенный. Еще и 200 баксов стоит. Слушай, выглядит хорошо. Так, я пошел отсюда. Ребята, веселитесь здесь. Я там случайно капусты накидал.
Так, есть мешок какой-то. Искать рябиновый отвар. Так, это хилочки, все. Все, я иду. Я иду. Зажигаем здесь. Это привет! Привет. Натти, привет. Как ты, Натти? Ты не сильно на Натти похожа. У меня одна вещь, которая им нужна. Которую мы с профессором Фигом нашли, когда это тебя занесло в Гринвокс. Так, короче, ты мне отдашь эту вещь или не отдашь? Ничего себе, есть еще кое-что, честно говоря. Мы с мамой покинули из таких людей, как... Так. Это отрадно, это может быть опасно. Так, хорошо. Давай, поговорим по-нашему, по-быстрому. Здесь три сундучка нарисованы. Кто это? Задание завершено. Теперь нам надо вот в ту палатку идти. Ну что ж, ребята, на этом мы. Вот у нас сохранялочка пошла. Закончим. А в следующий раз, да, в третьей части, в третьем дне, назвать как хотите, значит, обязательно Джокер Твердодубович продолжит свое путешествие по Хогвартсу Легаси Наследие. Пока-пока. До скорого.